Привіт, друзі! Якщо у вас є бажання і час приєднуйтесь до нас, це розмова на тему, а тема нашої сьогоднішньої розмови – успіх і особисто самодосконалення. Саме про це ми поговоримо з нашою сьогоднішньою гостею. Практичним психологом дитячого навчального закладу номер 128 «Сонечка» Оленою Кітриш. Друзі, вашій увазі я представляю Олену Кітриш. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы приехали к нам в студию. Во-первых, украсили нашу студию. А во-вторых, Елена, у нас сегодня такая серьезная тема. Успех и самосовершенствование. Не скроем, что времена всегда сложные, а люди всегда стремятся к успеху. Но, как мы знаем, успех невозможен без самосовершенствования. Итак, давайте сначала выясним. Друзья мои, из уст нашей прекрасной гостьи. Елена Прекрасная, сейчас мы с вами услышим, что такое успех. Елена, будьте добры, что такое Мало успех? Мало того, успех заложен в каждом человеке, в мозгу. Да, каждая женщина, каждый мужчина рождены для успеха, для процветания, для богатства. Что такое успех? Успех – это путешествие, а не пункт назначения. Каждый думает, что вот быстро придет успех. Чтобы достичь успеха, нужно трудиться, нужно много работать. В первую очередь работать над собой, работать внутренне, потому что успех не придет, если человек не готов внутренне. Внутренне. То есть если человек не готов его принять, успех не придет к нему? Да, если человек не подготовит себя к успеху, внутренний ресурс – это совершенствование ума, это совершенствование тела, совершенствование характера. Вот три основных таких кита, на которые должен обращать внимание каждый человек. Итак, совершенствование ума, тела и характера. И характера. Это три наших основных кита, будем так называть, да, с которыми мы постоянно работаем и тренируем. Нет благородной цели, чем цель самосовершенствования и развития своих потенциальных возможностей, потому что у каждого человека огромный ресурс, огромный потенциал. У кого-то он как бы срабатывает, да? А у кого-то он дремлет и может дремать всю жизнь. И даже не проснуться. Даже этом, не да, проснуться. Что? Я прочитала вот такую интересную статистику. 100 человек, которые закончили университет и проследили их жизненный путь. То из них один человек достигал полного успеха. Только из 100 человек, да, только один достигал полного успеха. 4 человека были успешны, но менее. Они достигли того, чего хотели, но меньше, чем тот один человек. Итого мы видим, 5% людей достигают практически полного успеха. А что происходит с 95%, да? 95% люди, которые не могут достичь того успеха. Я, вы знаете, всегда задавалась этим вопросом, почему так? Почему, если у каждого огромный резерв, у каждого огромный потенциал, что не хватает? И вы знаете, я пришла к такому выводу, что не хватает вот определенных черт характера. Черт характера, например, как самодисциплина, сила воли, самоконтроль, потому что мы постоянно должны трудиться. И лень. Лень? Лень, конечно, лень. Вы знаете, сейчас такая вот странная болезнь во всем мире, как усталость. Вот человек постоянно... Всемирная усталость. Всемирная усталость. Он постоянно уставший и оправдывает себя. Ну, я сегодня полежу, потому что я очень устал. Очень устал. А время идет. Каждый день – это чудо. Каждый день несет нам какие-то чудеса. Если человек это осознает, если он начинает усиленно работать над своим внутренним миром, он достигает успеха. Все успешные люди это знали. Елена, будьте добры, есть ли какое-то понятие, как личное самосовершенствование? Да, личное самосовершенствование – это как счет в банке. Да, назовем его. Как интересно. Назовем его счетом личного успеха. Что мы должны вложить на этот счет? Это чтение, это упражнение,
Это работа над собой. Если мы будем много спать, много есть, много смотреть телевизор, то что, мы будем снимать эти дивиденды из счета? В неделе 168 часов. Заметьте, 168 в часов. Неделе. В неделе, да. И мы должны найти хотя бы 7-8 часов для личного самосовершенствования. Это не так много. Мы не должны говорить, что мне некогда. Я устала. Потому что... Дежурная фраза, я устала. Нет, сегодня я не могу. Завтра я сделаю все, но сегодня нет. Да, мы не должны оправдываться. Мы должны подниматься. Сила тяжения земного, она очень сильна, я понимаю. Очень, да. И хочется полежать. Но мы должны вставать и работать. Первое – это развитие личности. Развитие. Что должно входить в этот ежедневный час? Это развитие личности. Все успешные люди знают, что на первом месте стоит развитие личности. Все, что мы вкладываем в свой ум, все, что мы вкладываем в свой мозг, а мозг наш обладает огромнейшим потенциалом. Мы его используем всего лишь на 10%. Великие мыслители используют на 25% мозг, а среднестатистический человек всего лишь на 10%. А резерв? Резерв есть. И мы тренируем. Мозг – это как мышца. Вот как мы тренируем тело, мы точно так должны тренировать свой мозг. В слабом мозгу слабые мысли и слабая энергия. Мысли, слова, действия – это все энергия. Человек – это энергия. И он должен постоянно работать над этой энергией и подключать свою умственную магистраль огромному объему информации. Все ошибки в мире, которые были совершены, они расписаны в книгах. И чтобы не повторять эти ошибки, мы должны читать, много-много читать. Что было всегда в моде и будет? Это ухоженная внешность, это грамотная речь, это высокий интеллект и это книги. Книги – это тот золотой фонд, золотой потенциал. И я бесконечно говорю, да, в своих передачах, и я сама много читаю, что развивайте свой ум, развивайте свой интеллект. Второе – это физические упражнения. Физические упражнения, потому что наше тело – это храм. Тело – это государство, это храм, это вместилище, где хранится душа, наш разум, наша душа. И его также нужно тренировать, усиленно тренировать. Это физические упражнения. Можно начинать с 15 минут каждый день. Просто приседать. Очень важно давать упор на ноги. Если мы хотим добиться успехов, а мы знаем, что трудности на каждом шагу. Не бывает легких путей. И если человек выбирает легкий путь, он не придет к успеху. Человек должен выбирать тяжелый путь. Тяжелый путь, он адаптирует человека к успеху. Но иногда тяжелый путь выбирает человека сам, Елена. Так же что же может быть? И в этом заключается счастье. Вы знаете, все успешные люди, у них спросили, когда был пик вашего счастья, до уровня счастья? И они сказали, именно когда они начинали свой путь. Именно в начале пути. И вот физические упражнения, они закаляют дух, они закаляют тело. Как мозг можно натренировать, и слабое тело то также можно натренировать физическими упражнениями. И все, кто нас смотрит, я бы хотела, чтобы прямо сегодня приняли самое главное решение в своей жизни. Вот прямо сегодня вечером или завтра утром начать заниматься спортом, физическими упражнениями, приседания, бег, ходьба. Это все, все те качества, которые сделают человека сильным и готовым принять этот успех. И третье – это самообновление и расслабление. Мы должны уметь и расслабиться. Мы живем в таком стрессовом мире, да, и человека сравнивают вот с такой высокоскоростной машиной, да. Если ее постоянно смазывать, охлаждать, она покажет максимум своих характеристик. А если работать на износ, что?
она рано или поздно что, остановится. Да, конечно. Человек не может быть в постоянном напряжении находиться. И вот стрессы, которые напрягают наше тело, а физиологи уже довели, что напряжено тело, напряжен мозг. Напряжен мозг, напряжено тело. Это единая система, они взаимосвязаны. И каждый день человек, что должно входить еще в этот час? Это расслабление, это медитация, это просто побыть в тишине. Мы не можем находиться в тишине. Мы либо включаем телевизор, либо магнитофон. Какой-то фон постоянно должен быть. А нервной системе нужно успокоение, нужно расслабление. Просто все выключить. Посидеть 10 минут в тишине. Не в компьютере в тишине, не да? Не в компьютере, а именно в тишине. Расслабиться, посмотреть в одну точку. Просто посмотреть и отключить свой мозг. Если мы будем говорить, что мне некогда, опять же, это то же самое, что мы едем на автомобиле и говорим, нам некогда заправиться. Да, некогда заправиться. Рано или поздно машина что, остановится. Поэтому личное развитие, физические упражнения, расслабление, самообновление – это то, что поможет будущему человеку стать успешным. А скажите, пожалуйста, есть ли какая-то формула достижения успеха, Елена? Да, конечно. Самое главное в жизни – это цель. Цель жизни – жизнь ради цели. Если у человека нет цели, он не знает, куда идти. Это как корабль, да, который дрейфует по морю и не знает, куда плыть. Корабль, который не знает плыть, ни один ветер не будет попутным. Это как хирург, который делает операцию в темноте. Человек должен ставить цели. Цели должны быть большие. Вот когда маленькие у нас цели, это маленький огонь, да, в душе человека. Когда большие цели, это большой огонь в душе человека. Цель еще называют кровь. Цель – это жизненные соки человека. Хотя в мире очень много людей, которые идут по жизни без цели. Вот живут без цели, ставим цели, высокие цели. И есть формула, которыми пользовались... Даже есть формула? Конечно, да. Пользовались великие люди. Первое. Цель мы должны написать. На бумаге. Написать на бумаге. Сформулировать ее и написать на бумаге. Какая-то происходит магия. Когда мы цель написали, расписали её... Даже самую, да? Казалось бы, недостижимую цель... Недостижимых целей нету. Нет? Нету. Все, вы знаете, вот нищие, если ставили цель добиться успеха и стать богатым, есть статистика, через год-два они становились богатыми. Если, вы знаете, все ограничения у нас в голове. Все ограничения у нас в голове. Самый мощный компьютер в мире – это наша голова, это наш мозг. Мозг может творить чудеса, но человек ставит вот эти ограничения. Я могу не добиться, я могу не достичь, а у меня не получится. Либо я слишком стара, либо я слишком молода, либо у меня нету денег. И пыл наш начинает остывать. Мы перестаем верить в себя. Какая цель? Я же еще молод. Если возьмем Билла Гейтса, он в 30 лет, да чуть-чуть ему было за 30, он стал уже миллиардером. Возьмем Джона Клинтона. Он в 40 лет стал президентом. Это люди, которые порвали вот эти шаблоны мышления, вот ограничивающие мышление. Вы знаете, все, что лежит у нас сзади, все, что лежит перед нами, меркнет по сравнению с тем, что у нас находится внутри. Внутри вот тот стержень, который помогает ставить цели, верить в эти цели. И когда мы записали на бумагу, сформулировали, мы должны... Вы знаете, где-то телезрители подумают, странноватая формула. Но этой формулой пользовались Эйнштейн, Эмерсон, Наполеон Хилл и много выдающихся людей, которые достигли успеха. Мы должны каждый день визуализировать эту цель. Прописали, ложимся на ночь, 10 минут мы представляем себя, что мы уже достигли этой цели, достигли. Не еще там достигаем, а как будто мы уже ее достигли, как будто мы уже те, кем хотим быть.
Потом обязательно план. План действий. Но написать цель и медитировать, визуализировать этого, естественно, что недостаточно. Мы должны расписать план действий. Как мы будем идти к этой цели? Что нам нужно? Какие шаги предпринять, чтобы наши желания осуществились? И четкие границы временные. Вот, через год, через 2 года, через 3 года четкие временные границы. Ну хорошо, а если через год, допустим, человек не достигнет желаемого результата, он может упасть в депрессию? Значит, он не фокусировался на своей цели. Вы знаете, так пришлось в жизни, что я ставила цели и достигала того, что я хотела. Мне было 22 года, и я хотела купить квартиру самостоятельно. И я прописала свою цель. Я спланировала именно 26 лет, я должна заработать 26 годам эти деньги и купить квартиру. И все, все вот как действительно в этой формуле я сделала. То есть вы делитесь сейчас собственным личным опытом. Не да. Просто там... И мои мысли были все направлены на эту цель. Фокусировка. Вот когда мы покупаем автомобиль, мы что? Мы везде видим этот автомобиль. Когда у нас его не было, мы его просто не замечали. И мы фокусируем свое внимание на этой цели. Я утром просыпалась, я вечером ложилась с мыслью о своей цели. 26 лет, все, как я спланировала, все, кто меня знает, они подтвердят, я купила квартиру сама, самостоятельно. Поэтому верить, нужно верить в свою цель, нужно действовать. Когда мы верим и действуем, нам самим приходят какие-то возможности, возможности начинают плыть. Вы знаете, можно прожить жизнь, два вида прожить жизнь, это как будто чудес нет и как будто чудеса во всем. И начинают происходить действительно чудеса. Главное — ставить цель, главное — верить в нее. Елена, скажите, пожалуйста, какие черты характера нужно тренировать, чтобы достичь успеха? Ну, как я сказала, это уже самодисциплина. 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 Ни одну цель мы не достигнем без дисциплины. Если мы ее написали на листике, прописали план, день... Прикололи в кухне к холодильнику, да, друзья? И каждый день, открывая холодильник, читаем цель. День помедитировали, а, нету цели. Нету цели. Нету, я вижу, что она не исполнится. Все. Мы прилагаем усилия, и для этого нужна самодисциплина и сила воли. Сила воли. Вот два вот таких самых главных качества – самодисциплина и сила воли. Еще, конечно, энтузиазм. Ничего великого в этом мире не происходило без энтузиазма. Все жили, все великие люди жили на упорном труде и на энтузиазме, на сосредоточении. Вы знаете, Исаак Ньютон, у него спросили, как вы достигали своих целей. Он говорит, все, что я принес человечеству, благодаря упорному труду и упорному размышлению. Он постоянно также концентрировался на своей цели и достиг того, чего мы знаем. Например, Арнольда Шварценеггера, я надеюсь, все знают, да? Он пришел в спортивный зал, будучи еще совершенно молодым. Он был очень худой, у него была впалая грудь, неправильная осанка, худые ноги. Он жил в бедной достаточно семье, но у него были большие амбиции. Он верил в себя. И после пару занятий бодибилдингом он сказал своему товарищу, с которым занимался, «Ты знаешь, я буду через 5 лет мистером Вселенная». На что друг его просто посмеялся. Но как мы видим, кто сейчас Арнольд Шварценеггер? Мы видим вот эти вот границы. Из простого человека он достиг своей цели благодаря упорному труду, дисциплине, силе воли. Вот эти и энтузиазм – это основные качества, которые нужны человеку. А еще, Елена, знаете что? Человек стремится к успеху, человек достигает успеха, но очень важно, чтобы человек при этом жил. Жил, не тужил и жил долго. Все хотят долго жить, жить хорошо. Да. Есть ли какой-либо секрет долголетия с научной точки зрения, коль сегодня вы научно обосновываете секрет успеха? Да.
Да, долголетие важно для человека. Жить долго, жить счастливо, жить здорово. Есть 5 секретов долголетия. И первый секрет – это дыхание. Дыхание. Отбери у нас воду, еду. Мы можем прожить 2-3 дня, даже неделю. А если не будет воздуха, что? Мы проживем всего лишь несколько минут. Поэтому работаем над дыханием. Дыхание современного человечества поверхностное, неровное, возбуждённое. Как и жизнь, да? Да, возбуждённое. И это приводит к стрессу. Мы дышим поверхностно, не глубоко. Каждый день человек должен, уделяя время себе, вот те 10 минут в тишине, мы должны правильно дышать, научиться дышать, глубоко дышать. Внутренне дышать, чтобы наш организм наполнялся кислородом. Когда будет правильное, ровное дыхание, будет спокоен наш мозг. Да. Следующее – это пережевывание пищи и еда. Еда. Второе, да, мы знаем, что мы те, кто… Мы представляем, едим в попыхах, да, мы Лена? Представляем себя то, что едим. То, что едим. Как мы также сейчас кушаем в попыхах. Быстро, на ходу, темп быстрый. Мы не пережевываем пищу. Пища должна перевариваться дважды. Первый раз она во рту пережевывается, второй раз у нас в желудке. Если мы ее пережевываем тщательно, мы затрачиваем меньше энергии, которая нужна нам на переваривание пищи. Каждое утро, просыпаясь, мы должны выпить стакан воды. И я это делаю. Мужчинам можно 2 стакана воды. Потому что, когда мы спим... Наша... Не стакан пива, а стакан воды. Да, да, друзья стакан... мои, не стакан пива или там какое-то другое, а именно стакан воды. Стакан воды. Потому что, когда мы спим, наш организм обезвоживается. И мы должны напоить свой организм водой. Первым делом идем и пьем стакан чистой воды. Питание. Питание должно. Наша планета состоит на 70% из воды. И организм человека состоит на 70% из воды. Наша пища на 70% должна состоять из фруктов, овощей, кисломолочных продуктов. Когда эта пища попадает в наш организм, мы получаем ту энергию. Меньше мяса. Вот смотрите, самые большие животные, как слон, носорог, горилла, они не едят мясо, они едят фрукты и овощи. Поэтому, когда мы будем правильно питаться, не спеша, тщательно пережевывая, чем меньше человек, чем старше становится, тем меньше он должен кушать, тем меньше затрачивается энергия на переваривание пищи, тем больше он чувствует себя бодрым. Мы наелись, легли физическими упражнениями. Ну да, уже не до самосовершенствования. Какое самосовершенствование? Да, у нас срабатывает принцип удовольствия. Угу. Есть такое в психологии понятие, как принцип удовольствия. Я наелся, я лежу, жизнь удалась. Какие цели? Зачем их достигать? Я уже достигла. У меня все в жизни хорошо. Поэтому потом мы видим 5% людей, которые достигают успеха, 95% стоят на месте. Но вы знаете, нету такого понятия, что человек постоянно стоит на равнине. Он либо растет, либо идет к низу. Нету равнины. Он может какой-то период быть на равнине. Человеку нужен постоянный рост. И вот контролируем свое питание, свое пищеварение. Следующий секрет долголетия – это не чувствовать себя стариком. Я не знаю, удавалось. Ни в каком возрасте, ни да? Ни в каком возрасте. Что такое старость? Старость – это самоисполняющееся пророчество. Мы знаем, что мы стареем и начинаем стареть. Мы не должны ни в коем случае перенимать повадки пожилых людей, не впускать старость в свое тело. У каждого у нас живет внутренний ребенок, и давать жить этому ребенку, радоваться жизни, потому что только ребенок может смеяться искренне, только ребенок может плакать и проявлять искренние эмоции. Бывает так, что общаешься с человеком, ему 25 лет, а вот чувствуешь какая-то же апатия, какая-то усталость, какой-то пессимизм в глазах,
А бывает, общаешься с человеком, ему 60 лет, а у него энергия, у него есть цели. Он хочет чего-то в этой жизни. Он хочет жениться. Он хочет жениться, влюбиться. И это хорошо. Это хорошо. Также следим за своей осанкой. Осанка. Спинка должна быть ровная, головка повыше. Это все также делает нас. Представьте, если мы вот так вот будем сидеть, вот так вот ходить. Как мы себя будем чувствовать? Ну, конечно, стариками. А стариками. Так, хочешь, не хочешь. Плечики расправили, головку повыше. Это третий секрет долголетия. Четвертый, мы уже говорили, физические упражнения. Это йога. Очень хорошо, если мы растягиваем свое тело. Делаем растяжки, занимаемся йога. Это единство разума и тела. Ей это искусство, которому уже 5000 лет. Я также занимаюсь растяжками, но я больше люблю физические упражнения, интенсивные. И время у нас уже подходит. Елена, и последнее – это позитивное мышление. Мы должны мыслить позитивно, не допускать вот эти обескураживающие мысли, которые нам не дают покоя. Как-то у знаменитого боксера спросили, почему ты такой разочарованный? Он говорит… Вы знаете, я допустил свой мозг плохую мысль, негативную мысль, и он впадает автоматически в депрессию. Мысли – это как вещи. Мы же контролируем, что нам одеть, да? Какое платье или какие брюки. Почему мы не можем контролировать свои мысли? Мысли должны быть позитивные. Ну что ж, Елена, спасибо вам. На этой позитивной ноте заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. Елена Китриш, практический психолог детского… детского дитячого навчального закладу номер 128 «Сонечка» була у нас сьогодні в гостях. Друзі, я сподіваюся, що її поради будуть для вас дуже корисні. Це була розмова на тему «На все добре».